К открытию филиала территориального центра социального обслуживания населения в Дмитровичах шли 1,5 года. Сделать ремонт помогали многие. На первом этаже этого здания амбулатория, на втором – дом совместного проживания. Рассчитан он на 10 человек. Пребывать в нем будут люди, особо нуждающиеся в социальной помощи. У нас 7 желающих. Это из города Каменца, там, например, 2 женщины желают. Это и Ведомлянский сельский совет, это и Войский сельский совет, Каменюкский сельский совет. На данный момент они проходят медосмотр, они получили список необходимых вещей, что им необходимо с собой взять. И я думаю, к Рождеству мы будем их видеть здесь. Им будет оказываться спектр услуг. Это и социальный работник, который поможет им в приготовлении пищи и необходимости приема медикаментов. Кроме того, мы здесь будем оказывать услуги полустационарного обслуживания. Это кружковая работа. Подключим сюда дом культуры, который находится здесь же в агрогородке. Наши специалисты будут приезжать. Здесь будет работать прачечная социальная. Условия подходящие. Также есть ванна и душ, в кухне все необходимое, гостиная с телевизором. Такой филиал территориального центра социального обслуживания населения в Каменецком районе уже 2-й. Сегодня у нас в районе около 7,5 тысяч граждан, которые нуждаются именно пожилого возраста, люди, которые нуждаются в определенной степени заботы. Должны уделять внимание таким жителям нашим региона. Для этого, в принципе, создавался вот этот дополнительный филиал. Постарались максимально приблизить условия проживания, чтобы здесь они практически находились как в домашних условиях, где им будет определенный уют. Дома совместного проживания есть и еще в 2 регионах области – Ляховичском и Березовском. У нас на сегодняшний момент, согласно социальных стандартов, создано 20 территориальных центров по области, где услуги получают различного рода более 11 тысяч наших граждан, проживающих в Брестской области. На удаленных, скажем так, регионах нами открыто 7 филиалов территориальных центров социального обслуживания населения. Вот сегодня мы открываем здесь 8-й филиал. Еще один такой дом откроют в ближайшее время на Пружанщине.